Всем привет! Вы на канале Аполлинария Кэт, и в этом видео я вам покажу, как сделать мой мерч. Одежду для куклы с названием моего канала. Покажу вам, как сделать укороченный свитшот и юбочку для куклы. Берем ткань для нашего укороченного свитшота. Я взяла сиреневую. На камере, к сожалению, смотрится как серый. Выворачиваем наизнанку и рисуем нужные нам детали. Понадобится вот такая деталь. Это перед и зад верха. Вот такая полосочка, которая сложена вдвое. Ее мы будем подшивать вниз нашего свитшота. И рукава. Деталь рукава должна выглядеть вот так, сложенная вдвое. Смотрите, чтобы кукле подходило по размеру. Таких деталей нам нужно две. Место, где мы будем пришивать их к основанию, должно быть скошено. Начинаем сшивать рукав с основанием. Разворачиваем сложенный рукав и начинаем пришивать одну часть к основанию. Одна часть пришита, должно получиться вот так. Теперь берем вторую часть верха и пришиваем ее ко второй части рукава. Вот что у нас получается. Теперь надо сшить две части рукава вместе. До конца не сшиваем, оставляем небольшую часть в конце. Это нам нужно для того, чтобы оформить конец рукава. Нам понадобится вот такая деталь. Называется она манжеты. Это часть рукава, которая будет смотреться вот так. Пришиваем ее. Вот таким вот образом нужно все сшить. Когда детали сшиты между собой, остается их зашить сбоку. И вот что получается. Я обрезала лишний кусочек ткани, и у нас получился вот такой вот рукав. То же самое делаем со вторым. А когда все рукава готовы, берем вот эту длинную полосочку, сложенную вдвое, выворачиваем на лицевую сторону и пришиваем ее к низу нашего свитшота, точно так же, как и деталь рукава. Немного можно присборить, чтобы смотрелось пышно. Когда нижняя часть пришита, зашиваем бока у основания. Отрезаю лишнее. И готово! Вот так все выглядит, когда вывернуто на лицевую сторону. Свитшот почти готов, остается только вышить на нем название. Белыми нитками вышиваю название A.cat. A – это Аполлинария, просто сокращенно. А cat – это cat. И вот что получается. К свитшоту еще сошьем юбочку. Для юбки я выбрала фиолетово-синий цвет. Вырезаем вот такой вот длинный кусочек ткани. И еще поменьше кусочек, длинный, сложенный вдвое. Как низ для свитшота. Только у юбки это будет верх. У большой детали подшиваю края. Где-то на 1 сантиметр, чтобы смотрелось аккуратно. Вот так это смотрится. Теперь берем маленькую полоску, сложенную вдвое, и пришиваем ее к большой детали. Длинную деталь присбориваем, чтобы юбка была пышная. Вот что получается, когда две части сшиты. Юбка почти готова, остается сделать сзади застежку. Я буду пришивать обычные липучки. Я пришила липучку к части юбки, остальную часть просто зашью. Когда все готово, выворачиваем на лицевую сторону и получаем вот такую юбочку.
Делайте такой же мерч, выставляйте в Инстаграм фото с куколкой, которая стоит в одежде, как у меня, и отмечайте мой профиль на фото. Я буду лайкать ваши работы и выставлять их к себе в сторис. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Мне будет очень приятно, ведь я старалась. И подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. До новых встреч!